Во всем мире последние несколько месяцев говорят только об одном. О том, что в мире распространяется некий вирус коронавируса. Вирус, который унес несколько десятков, несколько тысяч жизней людей, привлекает внимание больше, чем понятие грех, разврат, пьянство, наркомания. То, от чего умирают миллионы людей ежемесячно. И многие задались вопросом, для чего это делается и какова цель. Мы видим массовую истерию, которая творится во всем мире. Понимаем, что есть кукловод, который владеет средствами массовой информации. Но какова цель этого кукловода? Ответ на этот вопрос пришел со святой горы Афон, от духоносного старца Гавриила Афонского. От человека, который, выезжая со святой горы Афон на операцию впервые за 30 лет, принял за 2 дня в больнице 80 тысяч человек. То есть такое почитание среди греков старца Гавриила. Человек несокрушимой веры, человек, который никогда не идет на сделки с совестью, сказал одну простую вещь. В вакцине, которая сейчас будет ставиться людям, после того, как по всему миру, после того, как они убоятся, будет стоять чип. И действительно, я посмотрел информацию о том, что китайцы начали разрабатывать так называемый жидкий чип. Информация есть также в интернете, в новостях. Поэтому слова старца подтверждаются. Он говорит, это духом, не пользуясь связью. А мы это видим наглядно, пользуясь интернетом. Поэтому замысел сатаны и его пособников раскрыты. Посеять смуту и страх в обществе, для того, чтобы потом весь мир чипизировать. Но Господь сказал, от меня это было. Разговаривая с другим старчиком, он с болью сказал, это проверка. Проверка всем тем, кто именует себя верующими на доверие Богу. Когда мне неделю назад отправили бумагу с Валама, близкие братья и отцы, я ужаснулся, я не мог поверить, что это правда, но там была загадка всего. О том, что к иконам прикладываться нельзя, десницу священника, благословляющего, смотреть нельзя. На братском правиле в чине прощения братья не должны друг друга лобызать. К сожалению, это оказалось правдой. То есть крест животворящий, которым благословляет священник, складывая руки, не имеет силы на коронавирус. Бесы трепещут, а коронавирус нет. Позавчера мне сказали еще более скорбную информацию, что лжицу во время причастия, для того, чтобы, Господи, прости, что я это говорю, для того, чтобы люди не заболели коронавирусом, нужно опускать в спирт. То есть Господь наш Иисус Христос, пришедший ради нас, не может побороть какую-то болезнь. Разве не Господь хочется спросить тех, кто благословляет подписывать такие указы? Разве не Господь сказал, все волосы на вашей голове сочтены? Разве не Бог попускает в мире беззаконие по нашим грехам, и Он же их может уничтожить? Когда я это впервые услышал, я не знал о проблеме коронавируса. Я готов был в этот момент выйти и сказать, соберите всех больных коронавирусом, самой тяжелой формы. Я готов вместе с ними причаститься. Из одной чаши, с одной лжицы. Более того, мало того, что я бы не заразился, они бы все исцелились. Нет выше, чем тело и кровь. И думаю, что Господь нас за это очень сильно накажет. За наше маловерие и малодушие.
Я знаю, что в Греции провели опрос, и 72% сказали, что не будут причащаться по причине того, что они боятся заразиться коронавирусом. Поэтому это проблема всего православного мира. Проверка, кто есть кто. Меня порадовало, что отцы лаврские сейчас строятся Сергиева Лавре. Вот. Все встали за то, чтобы как было, так и ранее, так и будет и ныне. Спаси Господи, отцы вас. Спаси Господи. Утешили. А Валам закрыли на карантин. Помоги Господи, владыке Панкратию. Я верую, что наступает такое время, когда козлище будут отделяться от овец. И это время очень благодатное, ибо церковь гонима, но непобедима. За 30 лет, пока не было явных гонений на церковь, наши души ожирели, ожирели во грехах и в удовольствиях. И, видимо, наступает время, когда каждый из нас должен определиться, верит ли он в Бога или верит ли он Богу. Аминь. Дорогие друзья, на улицах Тбилиси батюшки вышли освещать наши дороги, наш город, так что все будет хорошо. Аллилуйя, дорогие друзья, на улицах Тбилиси вышли батюшки освещать наши дороги, наш город, так что мы победим коронавирус вместе.